раньше всех встают и позже всех ложатся. Это про работников троллейбусного парка. Чтобы каждый из нас мог успеть утром на работу, а поздней ночью, если необходимо, вернувшись на последней электричке в город, добраться без проблем до дома. Воспринимая это как привычное благо, мы редко задумываемся о том, труд скольких людей стоит за этим. На празднование 15-летнего юбилея собралась лишь часть коллектива. Те, кто не был в этот час на линии, кому работа позволила оторваться, чтобы отметить большое событие. Первым сотрудников поздравил глава района. Дальнейшее развитие троллейбусного сообщения на территории нашего города – это наша перспективная задача. И я уверен, что мы вместе с администрацией города, соответственно, с советом депутатов города, с советом депутатов Ленинского района, с правительством Московской области будем работать над выполнением этой непростой для нас задачи. Троллейбусное движение давно требует развития. Город растет, и люди хотят, чтобы в новые высотные микрорайоны их доставлял экологичный транспорт. У руководства парка разработаны новые маршруты. Плюс в парке мечтают закупить и автобусы, чтобы оказывать дополнительные услуги. В троллейбусном парке работают профессионалы своего дела, поэтому нарушение графика движения – явление крайне редкое. За хорошую работу многие члены коллектива были удостоены благодарности и почетных грамот. От городской администрации коллективу вручили видеокамеру. Отныне, по словам директора парка Ольги Киндиной, каждое важное событие они смогут запечатлеть и сохранить на память. Коллектив предприятия поддерживает не только в районы и городской администрации. Профсоюзная организация часто приходит на помощь в трудную минуту. Председатель Московского областного комитета профсоюза работников автотранспорта Людмила Емельяненко назвала Видновский троллейбусный парк одним из лучших в России. Многие парки сегодня приходят в упадок. И вот то, что сегодня вы душой болеете за эту организацию, каждый работник вносит лепту в развитие этого предприятия, это дорогого стоит. Цветы, подарки, добрые слова – немного из того, что заслуживают люди, работающие на этом предприятии. Люди, благодаря труду которых наша жизнь становится комфортнее. Татьяна Брылова, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.